Снег в Ханты-Мансийске, правда, прошлогодний, его расконсервировали для укладки лыжной трассы в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Уже на следующей неделе в окружной центр на сборы приедут биатлонисты из Казахстана, юниорский состав биатлонной сборной России, лыжники, сурдлимпийцы и несколько региональных команд по биатлону и лыжным гонкам. Длина трассы будет 4 километра, толщина снежной подушки в зависимости от ландшафта от 30 до 50 сантиметров. Это позволит сохранить снег дольше, до прихода настоящей зимы. Отмечу, что Ханты-Мансийск традиционно открывает сезон одним из первых в России. Возможным такое стало не только благодаря климатическому преимуществу региона, но и современным технологиям заготовки снега. Речь идет об искусственных осадках, которые все лето хранятся в специальной яме. Снегу мы заготовили достаточно, больше даже, чем в том году. Начали раскладывать в тени среди деревьев, поэтому большой потери нету. Всего хватит, у нас запас есть. У нас заготовлено более 15 тысяч тонн снега. И при понижении температуры окружающего воздуха мы еще подключим снегогенераторы, так называемые пушки.